Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать вам о своем опыте работы с сайтом remontnik.ru. Я именно со стороны заказчика, да, хочу описать работу с данным сайтом. Пользовался этим сайтом где-то года там, 2 назад. Тогда нужно мне было заказать мастера, чтобы уложить плитку на балконе. Нашел мастера, который недорого, там буквально за 3000 положил на уже залитый наливной пол плиточку. Вот, все красиво, аккуратно. Потом еще в частном порядке с этим мастером договорились. Он нам сделал штробу. Вот, было, конечно, пыльновато, но, в принципе, нас устроило. И вот сзади у меня как раз висит вот этот телевизор, для которого штроба была сделана. И вот, собственно говоря, почему я записываю это видео. Недавно решил снова обратиться на этот сайт. Но вот, видимо, он стал слишком сильно раскрученным. И в чем проблема, да? То есть я разместил простейшую заявку на данном сайте, решили доделать ремонт в коридоре и в прихожей. У нас трешка P44T. Вот там был старый такой муниципальный ремонт, да, который был, когда мы сюда въехали. Это обои на стенах и на потолке. Вот, они сами как бы отваливались, извините, вот, уже, и были там исписаны, изрисованы детьми, и хотели уже все это снять, вот, стены комплексно отделать, то есть, слегка, то есть, прогрунтовать, слегка выровнять, отштукатурить, вот, где-то стеклохолст наклеить, где неровности, вот, наклеить обои, мы уже их купили, и покрасить потолок. Вот, и по углам наверху потолочный плинтус, ну и снизу заново уложить плинтус и все провода в него убрать. Вот, в принципе, достаточно простая работа, но оценили ее в 20-30 тысяч. И когда на сайт самремонтник.ру разместили данный заказ, вот, потом получаем отзыв 70 тысяч рублей. Цена, я думаю, что-то странно, с чего это вдруг такая простая работа и вдруг такая цена. Вот, захожу на сайт и смотрю, как будто мы выставили цену, там действительно стоимость ремонта не в диапазоне небольшой, а в диапазоне средний. Я думаю, ну, может, я ошибся, ну, когда что-то выбирал опции какие-то на сайте, снова назад все это убираю, да, снижаю цену. Потом снова захожу, снова поднята цена. И потом обнаружил, что это, оказывается, модераторы сами оценивают и увеличивают стоимость ремонта. Полазил по отзывам, оказалось, что очень такая, с точки зрения именно исполнителей, странная схема, что вот этот сайт, он имеет определенный процент, да, и определенную либо фиксированную сумму от заказов, и когда ваш телефон заказчика передается исполнителю, да, когда вы, то есть это вы сами инициируете по собственной, так сказать, инициативе, если вам нравится исполнитель, вот, то в этот момент как раз с исполнителя списывается некоторая сумма, ну, которая зависит от объема заказа, да, понятно, что если вы заказывали там установить розеточку, да, то это одна стоимость, а если вы заказали там комплексный ремонт, там, трехкомнатной квартиры, да, в новостройке, то это другая сумма. И как бы концепция данного заработка, данного сайта состоит в том, что вот этот контакты вот этого потенциального заказчика, они являются, ну, достаточно ценной информацией, и вот именно мастера борются за их получение, чтобы дальше уже там разводить клиента, да, назовем это своими словами, на максимально возможную сумму. И, соответственно, если они там платят за вот этот контакт там 1000, 2, 3, то потом на ремонте там 100 тысяч рублей это отбивается. Чем это не нравится заказчикам? Что у них, естественно, это конверсия вот этих не один к одному. То есть реально они получили 10 телефонов от заказчиков, которым они более-менее понравились как исполнители возможные. Но реально сделка, до сделок доходит, может, каждая десятая. Ну, в зависимости от квалификация того, насколько какая цена они предлагают и так далее. Вот, поэтому вот такая вот проблема, что подняли цену, меня совершенно как бы не устраивает этот ремонт. Пришлось несколько раз
снижать эту цену, и, видимо, там уже с третьего раза модератор согласился как бы с моим подходом, с моей реальной оценкой. И потом я заказал все-таки мастера на другом сайте, но в следующем видео я расскажу о том, какой сайт я все-таки выбрал для поиска ремонтников и почему. Вот, давайте еще вкратце вам покажу. Сейчас зайду на сайт и покажу, а кто же откликается, чтобы вы видели эти лица, этих мастеров. Так, вот мои заказы. Наклеить обои, покрасить потолок в прихожей и коридоре. Требуется комплексная отделка потолка, демонтаж обоев, грунтовка, шпаклевка, окраска 14 квадратных метров. Комплексная отделка стен, демонтаж обоев, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев 45 квадратных метров. Наклеивание потолочного плинтуса 20 метров. Материалы наши, стремянка есть. Вот такое у меня было объявление. Что еще мне не понравилось? То, что прямо вот в день размещения заказа, почему-то, видимо, не повезло, да, что называется, рухнул у них сайт, и все те отклики, которые мне приходили вот в течение нескольких этих часов, они потерялись, да, то есть какой-то там дата-центр, на котором хостится данный сайт, значит, приказал долго жить, и, соответственно, отклики потерялись, поэтому мне пришлось заново это размещать объявление, и получил я буквально там три отклика. Вот я не знаю, сейчас получится ли у меня или нет предложение. Вот в корзине, значит, вот кто откликается. Да, вот сейчас, извините, вы посмотрите. Вот. Ахмедов Бахадир Бахтиерович. Вот. И предлагает за такой простой ремонт от 80 до 100 тысяч. Вот. Ха Мда Мов Мирзо Асрординович. Вот. От 85 до 90 тысяч. Вот. И еще была какая-то молдаванка, да? Вот. То есть не густо, прямо скажем. Не густо. Ну и какие-то бригады, которые, в общем, в основном делаем квартиры под ключ от и до. Каких-то отзывов никаких нету. Вот тут три положительных, один нейтральный. Вот по каким параметрам, значит, здесь оцениваются. Вот, и так далее. Вот еще посмотрим мои заказы. Вот еще на ремонт стиральной машины там они не делают на этом сайте. Да, то есть если вам нужно, я не знаю, подшипник заменить, они говорят, мы этим не занимаемся. Вот штробу с розеточкой заказывал, плиточку уложил, как я уже рассказывал. Вот обои и покраска потолка. То есть раньше это было как-то более-менее нормально. Сейчас что-то немножечко хуже стало. Вот, в общем, пишите ваши отклики, отзывы в комментариях к данному видео. Подписывайтесь на мой канал. Вот, надеюсь, мой отзыв был полезен. Вот, может быть, чуточку длинно, но вот я постарался изложить именно свое видение как заказчика. Спасибо большое вам за внимание. До новых встреч.